небо все сделает тебя. Его костер зальется по небес. Еще не все наречено, еще не все нас решено, еще не все погасли краски дня. Я приехала из Татарстана, город, буду защищать город Елабугу. Значит, сегодня я буду участвовать в гонке по очеребиатлону, вот, на майской лыжне. Ну, впервые я участвую на этих соревнованиях именно в такой день, как бы, можно сказать, как подарок на день рождения получила. Ну, как бы, действительно, я никогда не думала, что в мае на свой день рождения я буду участвовать на соревнованиях, как бы. Настроение отличное, погода солнечная, птички поют, все цветет, отличное настроение. Мне кажется, в качестве снега будет трудность, в скольжении будет трудность. Вот. Ну и как бы после отдыха все равно не готова еще. Зацени. Ну и сегодня у нас первый раз мы пробуем, скажем так, новую программу на этих соревнованиях. В этом году у нас смешанная эстафета. Первый раз вот у нас бегут женщины вместе с мужчинами. До этого лет 5 подряд выступали у нас только одни мужчины. Вот. То есть сегодня мы покажем наших женщин в действии. Ну, я скажу, что бежать не будет тяжело, несмотря на то, что мы не катались уже с марта месяца. Вот. Но с такой погодой и круг равнина, я думаю, что будет легко. Твой взгляд, твой смех, который так мне нужен, то счастье и успех, ведь он вполне заслужен. Я знаю, я буду лететь безумной вспышкой. Я буду для тебя всегда. Я сама сделала, а-ля Втюкова. Привет. Это маникюрные ножницы всегда со мной. У меня второе мое призвание – мастер по маникюру и наращиванию ногтей. Я быстренько соорудила себе. Владимир Викторович, вам нравится?
природе происходят год от года. Непогода нынче в моде, непогода, непогода, словно из водопровода льет на нас с небес вода. Полгода плохая погода, полгода совсем никуда. Полгода плохая погода, полгода совсем никуда. Никуда, никуда нельзя укрыться нам, откладывать жизнь никак нельзя. Никуда, никуда, но знай, что где-то там кто-то ищет тебя среди дождя. Счастлива, что постояла еще в этом сезоне на лыжах. Ну, конечно, расстроилась. Муж меня немножко подвел, подкачал. Я вроде это неплохо прошла. Ну, бывает, всяко бывает. Не повезло со стрельбой. Уже третий год здесь участвует. Вот доволен. Как бы и праздник, и болельщиков много. Стрельба сегодня на первом рубеже, конечно, разминались. Три промаха достаточно много. Но на втором я собрался. С нулем ушел. Ну, все отлично, из года в год все лучше. Я уже шестой раз, тут седьмой раз проводится. Где-то 2-3 года назад вот был пик по организации, и он продолжает быть. Все на оптимальном уровне. Зачем, не понимаю, ритмы сонные вдыхаю.